Сегодня 19 июня. Вот у меня уже такая помидора выросла. Уже на одном кусту по 3 завязи. Практически за 16 дней. Вот хотела вам показать вот эту вот еще маленькую помидору. Вот эту помидору я посадила прямо в теплицу, как эксперимент. Сразу практически спикировала сюда. И она у меня росла непосредственно в теплице. И вот посмотрите, она какая уже выросла. Получается, что практически чуть ли скоро догонит все остальные помидоры. И вот за 16 дней... 16 дней у меня уже появились помидорки. Вот, помидорки. Вот. Помидорки. И скоро появятся на всех. А там у меня огурцы. Году они у меня что-то очень долго сходили, но с огурцы такие странные, без усов пока. Как я ухаживаю за, там у меня травка растет, как ухаживаю за помидорами. Каждые 2 недели я помидору подкармливаю навозной жижей, куда включена зола, навоз и крапива. И каждые 2 недели я опрыскиваю помидору то йодом, то зеленкой. И получается, что у меня 1 неделю я опрыскиваю, а 2 неделю я подкармливаю. И вот еще таким образом я иногда сама пыляю. То есть беру вот такую вот палочку для ушей, беру цветочек и вот макушечку вот здесь вот так этой палочкой тычем. Должна завязаться помидора. Итак, я прохожу все цветы.